Тем временем! Место безопасно, вы сможете хорошо отдохнуть. Спасибо, что помогаете нам. Я не мог оставить вас там одних. Ты уверена, что можешь ходить? Доктор собирался снять эти штуки, но у меня все еще так болит. Что здесь произошло? Где доктор Психа? Я не уверен, но похоже, что произошел побег пациента. Это единственное, что я знаю. Я должен наблюдать снаружи. Побег пациента? Тебя что-то напугало, Мэтт? Ты очень беспокоишь Кэнди. Это пустяки. Лгунья! Нам лучше зайти внутрь. Док наверняка лучше объяснит нам ситуацию. Позже. Диагноз и сюрприз. Они были одним целым, но были разделены дискордом. Вы это серьезно? Что случилось, док? Неужели он сбежал? Итак, есть еще трое других. Они есть, и они не опасны. Одна ранена. Мисс Уайт, можете принести носилки? Конечно. Как она могла так передвигаться? У нас есть еще информация. Пятая сестра была здесь. Она называет себя диагнозом. И она вывела нескольких опасных пациентов, чтобы вызвать хаос. Доктор Старлайв, она ведь работала здесь, верно? Да, ей дали успокоительное, и она спит. Но с ней все в порядке. Док, что еще случилось? Доктор, нам больше не нужны секреты. Все охранники в приюте мертвы. Что? Мы нашли их в очень плохом состоянии. Это был настоящий акт дикости. Давай отведем Пинки в палату. Тебе лучше? Да, это очень напоминает мне мою старую комнату. Доктор хочет, чтобы мы сняли протезы. Они тебе больше не нужны и только причиняют боль при движении. Нам понадобится медицинское оборудование. Ты уверен, что справишься с этим, Дип? Да, не волнуйтесь, я скорее врач, чем парамедик. А во время кризиса у нас нет времени на отлынивание. С Пинки все будет в порядке? Да, и мы не должны здесь быть. Кэнди не хочет разлучаться с Пинки. А еще пациентка сбежала после побега и бегает, как сумасшедшая, повсюду с ложкой. Они до сих пор не поймали ее. Разве у вас нет протокола для таких ситуаций? Она новенькая, и эти проблемы решали охранники. Почему они дали успокоительное только доктору Старлайв, а не другим медсестрам? Они срезали с нее кьюти-марку. Что? Зачем кому-то это делать? Я догадываюсь, кто это был. Она, конечно, сделала это, чтобы спасти ее жизнь. У доктора Старлайф, вероятно, есть сообщение для меня. Нам придется подождать, пока она проснется. Он сбежал? Да. Я догадывалась. О ком вы говорите? Вы можете прекратить говорить загадками? Вы раздражаете Кэнди и меня. Бедняжка очень расстроена. Тот пони, от которого мы сбежали в детстве, был заперт в этом месте. Диагноз освободил его. Что? Но как? Он причинил нам много боли. Она появилась благодаря ему. Поэтому у нее должно быть определенное увлечение или восхищение им. Другая теория заключается в том, что она хочет поиграть с нами. Она наслаждается страданиями и хочет видеть, как вы тоже страдаете. Я не понимаю ничего из того, что произошло. И все же я испытываю ужасную панику. Ты ничего не помнишь? Даже питомца 116? Кого? Мод. Питомца 116. Пинкамина, пожалуйста, скажи мне, что ты помнишь питомца 116? Мод. Пожалуйста, сейчас не тот момент. Извините, но думать, что он свободен... Нет! Пинкамина, что происходит? Что с Пинкаминой? Все в порядке, сохрани спокойствие. Доктор Психа позаботится обо всем. Я убила ее! Она была моим другом, а я убила ее! Я убила питомца 116! Я убийца! Что с ней не так? Пинкамина, что с тобой? Пинкамина, прости меня. Я убила ее! Я убила ее! Я чудовище! Питомец 116! Пожалуйста, прости меня! Пинкамина Диана Пай, посмотри на дно моей шляпы. Рассей свои мысли. Убери то, что расстраивает и пугает тебя. Ты начинаешь чувствовать себя спокойной и расслабленной. Ты начинаешь чувствовать себя очень сонной. А теперь спи. Гипноз? Они боятся гипноза, но мне пришлось ее успокоить. Мод, похоже, ты случайно заставил ее раскрыть подавленные воспоминания. Но почему до сих пор ей не удавалось их разблокировать? Итак, питомец 116 действительно существовал. Я прикажу отвезти тебя в комнату. Мод, пойдем со мной. Я благодарен, что они не подошли к ней. Куда мы идем? Я познакомлю тебя кое с кем. Берегись! Не волнуйся, я позабочусь о ней. Наблюдай. Оставайся на месте.
Что вы с ней сделали? Классический гипноз. Это трюк, который работает не для всех пони. Спасибо, доктор Психа. Это пугает. В 15-й палате есть пони, которой нужно уделить внимание. Не могли бы вы ей заняться? Пожалуйста. Не волнуйтесь, доктор. Я уведомлю других медсестер, чтобы они могли позаботиться о ней. Спасибо. Мы пришли. Вы можете остановить диагноз с помощью гипноза? Нет, у нее, вероятно, иммунитет к этому, как у пациента номер один. Ей нужно дать успокоительное, чтобы это сработало.